Феномен посреди огорода репа невиданная удалась. Этакий овощ на много народа хватит, тащи, допируй себе в сласть. Вот было время, то с сошкой, то с ложкой не отдыхали ни люди, ни плуг. Кто бы сегодня помог хоть немножко, груз непосильный для дедовых рук. Тянет ругая и черта, и бога, как одному ревматизм и артрит. Бабку бы кликнул, да толку немного, третий уж год на погосте лежит. Бабка любила смотреть сериалы, переживала за всех героинь, а временами так просто рыдала, не выручала, доживала кардин. Жаль, что к ботве не приделали ручку, проще и легче тянуть за нее. Надо бы с города вызвонить внучку, да не дождешься, вся репа сгниет. В поле корейцы картошку копали, нанял их фермер в соседнем селе. После собаки куда-то пропали, жучка была бы и то веселей. Только кошак ходит, трется об ноги, съел всех мышей, чем кормить-то его. Ждать бесполезно, выходит подмоги, ну, не считая себя самого. Поздняя осень, грачи улетели, крылья бы деду махнул бы на юг. Солнце садится за синие ели, пурпурной кистью все красит вокруг. Та-да-да-да-дам-дам-дам-дам-да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